Так. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Анатолий Хиров. Сегодня у меня в гостях друг из Беларуси, приехал мой братан. Всеволод, привет. Привет, братан. Как дела у тебя? Замечательно, просто до неприличия. Наверное, давай передадим привет сначала. Артур Флек ТВ, если ты слышишь, тебе привет. Артур Фелик, привет. Все супер. Привет, передай. Привет, ребятки. Все будет очень хорошо. И сегодня у нас на обзоре Версаж взяла за 90 рублей сегодня. Сваргер подсобил. Сваргер, респект тебе. Кирка, а что там с киркой, кстати? Я ее очень люблю. Вот, все, давайте. Версаж 90 рублей стоит баночка. Вот такая есть. Это Energy Drink. И сразу мы будем делать на второй. Тоже Версаж, какая-то красная банка. Манго, ёпта, Рокстар, ёпта, какая-то вот такая движуха. Давайте попробуем все-таки Всеволод. Ну, даю тебе право выбора, Всеволод, какую мы. Давайте красненькую, прекрасненькую. Давайте, Всеволод, жахайте. Звучок, Взрыву. звучок, звучок. Звучок. Просто стрельнуло. Стрельнул. На какую оценочку? Ну, я думаю, десяточку можно. Десяточку. Давайте, Из пятерочки? давай, давай, наливай, наливай. На камерку. Так, ну-ка, цвет сразу. Желтизна пошла, да? Как? Как пиво наливаешь. Ага. Булит. Бурлит, как пиво. Ну, разливаем. Ну, давай до талого все, лить уж, так лить. Давайте прочитаем, что состав там все, вот. Ну, и я думаю, выстрел был хуёвый на двоечку. Безалкогольный энергетический напиток со вкусом манго, ёпта, блядь, все хочется Версачи ебануть, блядь, ну, сука. Смотрите на банку, ёпта, заебали вы. Как Версачи, жука не хватает здесь, чувака этого, горгона это, ёпта. Е290, диоксид, состав, вода, сахар, безалкогольный, короче, блядь, напиток. И знаете, что прикольно? Сделано в Германии, ёпт. Флажок, видите, ребята? Ребята, Рамштайну респект, группе что-то судятся, они там серьезные, кстати, у Тиля проблемы там какие-то случились. У них. Какие-то домогательства там, каким-то там, ну, это совершенно другая история. Значит, давайте попробуем все напиточек. Съел чин-чинарем за приезд. Я с вами. Давай, давай. О, Как тебе? нормальненько так, кисленько, как конфетка. Как Светка конфетка. Оценочку. Ну, оценочку пятерочка, наверное. Пятерочка, да? Мне напоминает витамин. Короче, витамин, знаешь, такой с детства вот эти аскорбиновая кислота, типа. Ну да, давай тоже. Мы Я уже был пили солидарен. наподобие. 5. Мы уже пили наподобие, я не помню. Оценку, блядь. Блять, ну, два. 2. Хуйня ебаная. 5 ставлю. Напиток. Давайте, следующий. Все, уже взорвали. Значит, вот этот Versace, это Energy Drink Manga Rock Your Science. Вот такая вот баночка. Старички мои любимые. Все. 90 рублев. Следующая пошла в ход. Тоже Германия. Все дела. Это... Ну, тоже тут ничего не написано особо, ёпта. Манго, это, наверное, обычная манго, значит, состав вода, всякая гадость тут, блядь, давайте пробовать, хули, тут позолочены, смотрите, отличие какой в этой банке, видите, здесь такая, блядь, зашкварная хуйня, а здесь уже все золото, чистое золото, ёпта, все, вот, какая тебе банка больше вообще нравится? Годен. Черная или вот эта? Красная, блин, нравится. Красная, да, пиздата? Красненькая, охуенная такая. Ну, как к этому, пиджаки такие были, да, раньше у бандосов в Да. 90-х годах, давай, все, вот, взрывай все, вот я не могу, блядь. Давай, братан, нахуй. Давай, жгу. Давай, давай. Ноль. Только... Бля, единица. Звук. Хуйня, да? А Да. перед... Подожди, разливом, подожди, подожди, подожди. Мы должны попробовать. Сел привез на подарок, ребят. Мы должны кое-что попробовать, охуенно. Сел, подержи вот так. Колбаса. Вот так, да, подержи, Сел. Ничего не нажимай. Специально для этого есть у нас остро заточенный нож. А, будем резать на детской раскраске. Блядь, я не прикалываюсь, серьезно говорю, старички, не спрашивайте ничего. Белорусская колбаса, сейчас попробуем. Очень люблю, все вот раньше привозил. И, короче, собственно, хочется ностальгия. Старичку сейчас дадим попку попробовать. Конечно, как же без меня? Вот попка, короче. Попка. Сейчас отрежу, главное, руку себе не отхуячить. Голова. По локоть. По локоть, блядь, кровь, прикинь, там нахуй себе. Ночной Подожди, как резняво. волк умирает, ёпта. Я буду это На, как же, кушать. грызи, я не знаю. Блять. Попку. Грызи попку, ёпта. Так, съел.
Ну, все вот пробовал, да, так вот. Да, всякое уже Сейчас я попробовал. еще старым Ну, ты отрежу этим сюда. питаешься, наверное, да, всего? Ну, я когда еду на север, я себе 5 палок покупаю. Бля, охуенно, да? Чего они стоят у вас? Это... Дамы и господа, ёпт. Слюньки, блядь, текут уже, ёпт. Смотрите, ёпт. Всем приятного аппетита, кто ест, кто нас смотрит, ёпт. Вот, энергетики с колбасой куярим, бля. Где такое видно? Ахуй. Съел, вот это ахуй. Это секс, нахуй. Да. Особенно с чайком, бутер. Дену привет, кстати. Артуфлек. Дену Супермену. Ну. Это солями, типа. Приезжай к нам. Сегодня у нас сел на обзоре и делает обзоры. Что с тебе еще одно? Я просто не знаю, как это ждать. Так что там с киркой? Пропили. Я ее украл. Ладно. Я думал, ладно, извинишься хотя бы, ну, пусть. Может, мы еще на колени все? Сваргер, что ему там сделать? Попиздить мне? Так, у меня нож есть. Ладно. Совершенно другая история, очень вкусно. Бля. Ребята, охуенная колбаса. Давайте, я тогда разливаю. Все, держи микрофон тогда. Все, мы ебанем. Ну, смотрите. Здесь уже цвет совершенно другой, как пивной. Тут более желтенький такой был, да? Просто еще дохуя налил. Переливаю. Перелив делаю. Досмотрелся на цвет. Ну, поняли, да, я. Чем это едят? Все. Другую руку. Так. Давай, будем. За ваше здоровье, чтобы были здоровы и богаты. Пьем Версачи. Угу. Как тебе? Лучше, чем первый? Да. Да? Что напоминает? А в чем их, собственно, отличие, кстати? Ну, чем-то похоже, это отличается. Не такое кислое, но... Блять, вот такой энергетик точно уже я пробовал. Ой, блять, черный. Тутти-фрутти, какие-то конфетки, блять. Мне не нравится, ужасно. Это знаешь, как хот-кэт? Ананас. Хот-кэт такой. Мне не очень, что там. Бля, мы с тобой пробовали кушали. Говно, блять. Вот этому напитку ставлю 2. Вот это не берите за 90 рублей. Вот это можно себя побаловать. Тем более, если вы встречаете старых друзей. Вы такая корона, все охуенно. Вот это говно. Все, а то вы? Ну, мне это не понравилось. Вот это не понравилось. Вот это, то есть, мы не пропускаем. Вот это с моей стороны не пропускаем. Вот это тебе понравилось, да? Да, это нормально. Это вот слишком кислое. Ну, короче, Сева советует вот эту вам штуку. Тут мнение разделились. А мы советуем вот эту. Да, мы советуем вот эту тему, а вот Сева советует черную. Так что смотрите, ребята, кто на что, 90 рублей. Товарищей нет. Да. Так что выбирайте. Вот он, Версадж, бля, Версадж. Еп, старички, все будет хорошо. Артур Флеку еще раз привет. Давай еще раз я отрежу по колбасе. Какую-нибудь историю, Сева? Какую-нибудь историю? Прогони к телегу на прощание. Как-то вам мужики рассказывали, короче, заходят в вагончик и, короче, видят такую картину. Чел прыгает на кровати. Пузом лег и прыгает на кровати. Чел спрашивает, что ты делаешь? Ебу кровать. Фигал, и на следующий день его бы это он собрался с чемоданами и уехал домой. Кроватоёб. Да. Ребята, такими не надо быть, кроватоёбами, короче. Иначе будете просто наказаны, нахуй. Арестованы. Да, арестованы. А с вами был, блядь, Новик Вульт Хиро. Мой оператор. Да, я тоже был. Колбаску ем. И звукооператор. Звукооператор сел. Все, всем пока, всем бруталите. Нажмите кнопочку вот здесь выключить. Ага. Нет, стоп.